Хочу пирог сделать, девочки, мальчики. С консервы, ребят. Очень вкусный такой. Сейчас посуду еще помою. Это с мясом можно начинить еще. Неправда. Бульон положил туда. Ребенок. Смотри, он собачкой всегда гуляет. Ой, гуляет собачка вот тут. Мне приятно аппетит. Он там где-то. А вот эти вот, смотрите, птички. Вон он гуляет. Сколько лет? Ну, лет 5, наверное, ему. Да, лет 5. Собачка гуляет. Вон он, видите? Зонтиком. Мама, конечно, у него это не дать, не взять. Не дать, не взять, мама. Ну, наркоманка, прости господи. Сейчас, по-моему, полечилась, но все равно бухает круглый день, блин. Но работает, воспитывает. Да. У меня голуби кушают. А у меня сегодня такая еда, девочки, мальчики. Вот такая еда. Называется лапша на голове. Да. На голове. Уже выросла. Ой, да, девочки, мальчики. Поедим на камеру. Там новое видео вышло. Я это песенку поставил, девочки, мальчики. Можете послушать. Да. Ой, девки и мальчишки, очень вкусная еда. Такую вот лапшу я покупал, по-моему, по 17 рублей в этом пятерочке. По акции. Да, купила бабушка по акции. Помидоры, огурцы. Сука. Сволочь, Серёга. Да-да-да. Конечно. Хочу бабушке было делать. Покупала по пятерочке пока по акции. У нас, кстати, сахар вот тут вот 79 рублей стоит. Пятерочки. И комковой, и рассыпной. Понимаете? Понимаете, ребят? Сегодня надо хату мыть. Шторки вешать. Все такое. Понимаете? По акциям.